я тебя не люблю. Поскольку все равно не разлюблю. Никого тебя не любит так, как я. Ой, муж, не подружник, и не друзья. Согрел я тебя не люблю. Поскольку все равно не разлюблю.
эмоции наш юбиляр Алекс сказал, кто не будет сегодня танцевать, он их обязательно запомнит и тоже у них на праздниках не будет танцевать. Поэтому я думаю, никто не хочет сегодня прибыть нашему юбиляру. Попросим наших операторов затемнить атмосферу в зале, чтобы люди могли немножко расслабиться. Я приглашаю вас, друзья, прошу вас. Женщина без остатка, женщина для любви, так расслабляется в мире. Маленькая девочка, 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 Thank you.
Прощай, моя, ты моя весна, последняя.
наших гостях замечательное шоу, опять-таки от A to Z компании. Ну а пока, джентльмены, спешите и просто говорите один только взгляд. Поспешите найти своих детей, поспешите привезти их сюда в зал. Потому что, как я говорил, уже сегодня, и говорю вам сейчас, великолепное, замечательное шоу для ваших детей. Вновь от компании A to Z. I don't know what I thought he said. I said he's going to get a flag check. Oh, yeah, sure.
Birthday boy is allowed to do whatever he wants. He didn't even agree to this. Yeah. You didn't even know this? Yeah. I know Alex. Yeah. Why did you do this? Okay. I'm sure he doesn't mind it now. What are you waiting? Wait, you said you're waiting for an emergency? I'm not waiting for an emergency. I just have a very important call. How can you wait for an emergency? Got to get them in the right color order too, the Russian flag. All right. Stop, stop. Guys, stop, stop. Go ahead. Yeah. Everyone needs to go to the middle. Thank you.